Мы с Лидола были в Лидоле, и нам попёрло урвать вот такие кусманы мяса, по 2 фунта всего лишь. Бифстейк такой, большой кусман. Блин, даже не вижу, сколько тут грамм было. Ну, не было сейчас, имеется в виду, заклеено, не вижу. Но кусок большой, больше, чем килограмм. И вот второй, еще чуть-чуть побольше даже. Срок еще целый день. До завтрашнего дня. Сегодня 1, а тут до 2 декабря. Так, этот обычно кусок стоил. Вот тут уценено. Обычная цена 8,73. Была скидка сначала 30%. А сейчас за 2 фунта. Обалдеть. Такое редко попадается, конечно. Но вот это нам таких 2 куска надолго хватит теперь на... Недели 2-3, а то и на месяц. Мы ж не каждый день это мясо едим. Сейчас чуть-чуть пожарим, отрезается. И удобно тем, что можно кусок резать насколько хотите толщины, имею в виду. Потому что обычно бывает продают за тоненькие, и тогда они жесткие получаются, когда жаришь. А так я чуть-чуть потолще отрежу и сейчас пожарим. Будет крутой стейк. Такой большой кусман стейкового мяса чистого. Тут на толстых 4 куска получится стейка. В магазине нарезанный стейк очень дорого обычно стоит. Может 2 кусочка даже до 8 фунтов доходить. А здесь вот такой стейк за 2 фунта кусман такой. Представляете, как нам попёрло. Думала, что этот размер за слишком большой для одного человека. Я вот такой толщины на 2 раза. Это вот мне кусочек, это Виталику. Сейчас только поперчить, посолить и на раскаленную сковородку, и будет вкусняшка. Вот такой кусок. О май гад. Сковородку я раскалила, конечно, не на штуку. Я под крышкой. Такой красивый стейк получился. Думаю, вкусный.